В фойе театра нас встречает стенд, где мы видим Рамиля таким, каким навсегда запомнили его при жизни. Необыкновенно жалко этого человека, поскольку, так сказать, вот я говорю, встреча с ним, каждая встреча с ним, это всегда был просто, знаете, какой-то вот, оставляло какой-то вот приятный след. Вспоминаются спектакли с участием Рамиля и его жены Натальи Зайцевой. Они часто играли вместе, и это всегда были яркие спектакли. И всему миру Рамиль стал известен, исполнив крошечную роль в фильме «Русский бунт». Лично на меня этот крошечный эпизод произвел огромное впечатление. Столько было в лице этого азиатского купца внутреннего трагизма и понимания будущей судьбы героев, что поневоле становилось жутковато. Театр и семья – вот были главные составляющие его жизни, и потому так запомнился зрителям их семейный бенефис. А по традиции – при выносе тела – овации. Наверное, Господь забирает к себе артистов, чтобы там, на небесах, им не было так скучно. Елена Чернова, Игорь Бероев. Новости дня.